Токио на Токио Тауэр. Вот она, Токио Тауэр. Сейчас мы, вот ноги ее, еще и Крисмас есть даже. Удивительно. Сейчас у меня шапочка свалится. Вот она, Токио Тауэр. С самого дна видны. Красота. Вот ее такие ноги. Ага. А тут у нас что? А тут у нас вот такая маленькая Токио Тауэр, да? Маленькая. А, плохо видно. Вот она, красота. Ух ты, какая красота. Ну, вообще. Токио Тауэр. Токио Тауэр по-японски так называется. Даже есть еще огонечки, да? Мы купили билетик такой вот и пошли вот в Токио Тауэр. Наверху, говорят, очень много людей, очень много. Ну, правильно, предновогодние праздники, конечно. И вот тут сделали все по-новому, ремонт, наверное, сделали. Вот такой билетик, да? Пойдем сегодня. Не фокусирует, но неважно. 900 йен. Это что-то потому, что после 4 дешево. Вот такое украшение стоит японское. Вот такое. Мандарин есть, да? Есть. Вот лифты. В лифте обязательно есть сопровождающий. И он рассказывает про Токио Тауэр. Когда она была сделана. И, в общем, едет она очень быстро, это все. Так, ну мы пошли. Народу много очень. Сделали еще фотографии интересные такие. Заплатили 1300 йен за них. Ну, около елочки. Так красиво. А вот такая стоит девушка сопровождающая, да? Ну, обязательно в шапочках. Обязательно. А билетик надо вытащить, да? Вот такие. Если видят иностранцы, они говорят по-английски. Вот ради этого я и приехала сюда. Вот тут такая анимация. Ой. Людей очень много. Сегодня последний день, потому что... Может, можно будущего, наверное, да? Это из мультфильма. Сегодня последний день. Красота. Падают снежинки, падают. Детей много, крику много сегодня. Предпраздничные дни, выходные.
люди. Вот. Много туристов очень. Китайцев особенно. Снежиночки падают, падают. Пойдемте посмотрим на город. Ой, да, тут невозможно. Вот такой вот Токио, да? Вот такой Токио. Где-то вот там вот русское посольство, да. По-моему, там где-то. Если я не путаю. Ну, еще потом до следующего. Вот там вот далеко-далеко Sky 3. Вот она. Миру. Вот она там вот сияет. Плохо, лучше не приближай. Вот она мигает, мигает. Стелла такая. Крутится. Вот. Вот, так мы сейчас заглянем к людям в окна. Что там у них хорошего готовят? Вот такой вот здесь, да? А вот тут у нас что? Стадион, да? Бегают люди. Футбол, по-моему. Вот так вот, да? Пойдем-ка в следующую сторону. Да. Красота. А теперь придумали море, да? Медузы плавают. Вон черепаха, акулы всякие. Ну, это, конечно, вот акула. Ну, какая большая. Ну, мальки там. И все это вот с такого проектора. Вот он, проектор. Вот отсюда идет. Помните, мы раньше в детстве когда-то, если кто помнит, смотрели с проектора диафильмы? Ну, вот это вот примерно то же самое все. Вот он, дельфинчик. Ах ты, сладкий дельфинчик. Черепашка вон плывет. Пластами. Брык-брок, брык-брок. Вот красиво придумали, а? Небо красивое очень. Черепаха уж очень красивая. Дома такое можно придумать. Вот какая красота. И поезд поехал. Такой интересный. Сверху у него снег. И окошки все горят, да? Круто. Вообще здорово. Вот там вот есть. Вот, а здесь медузы плавают, да? А что вот тут делается? А, это вот такой робот, да? Робот такой смешной. Вот ребеночек играется, да? Вот робот. Там все поезд едет, да? С сугробами на крыше. А тут у нас рыбки всякие плавают красивые. Вон. И принц на китенке сидит, на дельфине сидит. Принц. Сейчас мы потеряемся. Вот он едет, поезд, и тут едет. Вау! Вообще сказочно. Уж надо такое придумать. Вот он, принц. Дельфинчик. Ну, вообще. Ага. Вот там, где... Вот сейчас мы подберемся. Вот в этом месте стоит... Там есть лес, и тут Руся Тащика. Руся Тащика и посольство русское. А вот там Рапунги. И вот там вот еще Крисмас у Вакты Найтеро. Нет, камера дальше не идет, жалко очень. Там вот все деревья украшены белыми огоньками, они как... Ну, как на Крисмас украшает. Прямо дорога из белых деревьев в огнях. Красота. Вот дорога, да?
Поехала дорога. Ага. Да, Руся, это щека. Там вот здание в виде елки, да, сделано. Огонечки так сожглись. Ну, так что вот. Красота. Сегодня хорошая погода была. Можно было посмотреть, конечно, как заходит солнце за Фуджи-са. Но пока мы выехали, уже поздно. Вот такая красота. Вот знаменитый мост. Сфотографировать, подойти ближе не удается. Бабушка встала прямо к окошку. Ну, там построили вот такое большое здание, и всего моста не видно, весь вид испортился. Вот меня ближе не фокусируют, жалко. Ну, вот так. Выше мы сегодня не пойдем. Там очень много людей, большущая очередь. Очень жалко. Ну, ничего. И здесь хорошо. Развязочки, дорог. Ну, здесь мало. А это вот там самолет летит, да? Желтенький огонечек. Ну, так. Красота, красота. Вот огонечки зажглись красные. Это там, наверное, вертолетные площадки есть еще вдобавок. Многих высоких зданий. И еще, ну, чтобы вертолет, если летел, и самолет видел, в темноте красные огонечки зажигаются, да? Вот она, красота. И вот по такой блестящей лестнице мы сейчас спустимся вниз. Пойдем попьем кофе. Наверх мы уже не поедем, жалко. Но мы еще пока с Токио Тавы не выходим. Наша скромная еда. И номер главное, что 13. Главное, это ж мое день рождения. Куда я не пойду, мне везде 13. Там дали биру, пиво, кофе взяли сэндвичи, наггетсу. И там вот такие Токио Тава. Сейчас покажу. Вот они. А, не видно. На руках. Вот такие делают, да, Токио Тава. Это мы домой заберем. Такой как бы. Это все нам обошлось. А, 3310 йен, да. Ну, вот так вот. Сейчас будем сидеть. Печаль. Такая иллюминация есть, да. Вот. Ну, там потом поближе подойду. Такой вот и кофе, и все. Я уже кофе мое остыло. И вот такой принесли. Сейчас подогрею. Здесь есть вот такое вот, да, мороженое там с клубникой, да. Угу. С этой. Работают они очень быстро и очень хорошо. Ай. Сейчас мне дадут. Сейчас она подогреет и даст, да? Угу. Что у них тут еще есть? И пиво. Вот такой парень работает, модный. Рука у него правая, перчатки. Не так все просто. Ай. Он такую мне дали. Вот я все-таки взяла кофе и пирожное, потому что что-то саке пить не хочу. Пирожное вкусное будет с клубничкой. Это будет лучше. Так что у нас сегодня праздник живота называется. Мы сегодня наелись, а завтра надо садиться на диету. Праздник. Так вот, ну, можно встать. Я боюсь. Ой,
я только ножку могу поставить, но полностью встать там, потому что вот земля видна, я не могу. Я только ножку могу поставить. Особенно днем вообще страшно. Вот такое вот небо. Синие всякие эти. Есть весюлечки, стразы всякие, льдинки, звездочки. Такое небо голубое. Было розовое. Вот теперь голубое по времени. Ну, какие красивые звездочки. Стразы. Вот они висят. Вот. Видно, да? Здесь камера везде установлена, вернее, телевизор установлен и показывает далеко, да? Вот еще раз посмотрим. На мост. Людей уже сейчас нету. Где мост? Где мост? Потерялся. А вот он. Вот он, камера сфокусировалась. Ага. Все, дальше посмотрим. Вот, пока мы мост фотографировали, небо поменялось, стало розовое. Вот оно, не видно, да? Не передает камера. Синий и розовый перебивают. Вот так вот, да? Вот розовый чуть-чуть, фиолетовый. Такой фиолетово-розовый. Все-таки какая красивая Токио Тава. Она просто замечательная. Обычно вот тут еще вот клуб 33. Здесь всякие выступают ансамбли, пение такое, ну, концерты всякие. А сегодня все закончилось или только иллюминация? Сегодня нету. Да, ну ладно. Ничего не поделаешь. Но тут расписание есть, да? Не фокусируюсь. Вот, клуб 33. Мы один раз только попали на какой-то ансамбль молодых девочек. В школьной форме выступал. Было интересно. Ну так. Здесь что у нас еще? А вот. И все вот на вот это фотографируются. Вот оно счастье. На луне сидят мальчик-девочка, ангелочки там, да? Красота. Ну что? Вот оно, опять синее стало небо. Красота. Ну и что мы тут посмотрим дальше? Токио. Тут у нас что? Джинджа. А, здесь... Вот сейчас ее не видно. Она почему-то не загорается. Огонечков нету. А вообще днем очень красиво. Такой комплекс целый. Джинджа. Вон там у нас светится дальше что? Канранча. Чёртово колесо вот там, как звездочка. Синяя, точно звездочка. Вот так, вот такое вам Токио. Токио, Токио, Токио. А вот оно большое такое стекло. Как люди на него встают, я не понимаю. Вот даже видно, вот там внизу, да? Ладно. Саша, я сейчас ножку поставлю. Моя ножка. Чик. Мы так высоко, но это мы еще на серединочке только Токио. Но там все равно вот человечки маленькие такие, да? И вон автобусики маленькие. Ой-ой-ой. Где-то в этой стороне, по-моему, Фудзи-сан. Тачка-сан. Куда Фудзи-сан? Чего? Немножко левее, наверное, да, получается. Вот. Вот так вот дорога. Но уже все, немножко вечер. Вот оно, Токио. Вот там. А вот еще есть церковь, христианская, это католическая, наверное, да? Вот такой большой план. Вот мы спустились на нижний этаж, уже тут продаются сувениры.
Ой-ой-ой, как их много всего. Вот у нас такая есть, только большая, да, с глазками. Есть у меня дома такие. Из чего тут только нету. И кружечки. Вот кружки какие красивые, да. И всякие брелочки. Вот они, брелочки всякие. Это такие типа резиновые, да? А вот сердечко. Ух ты, какие сердечки красивые. Розовые. Я люблю тут, вот там написано. Вот там вот дальше можно пройти, там всякие внутри развлечения. Куда? Там играют во что-то. Вот он. Вот это кто такой? Вот люди фотографируются. Токио. Вот они все руку поднимают. В общем, я вот этого, это японский такой герой аниме. Сейчас они уйдут, мы посмотрим, да? Из аниме. Я очень хорошо не знаю. Надо посмотреть. Так что туда вот можно пройти, там еще что-то там поиграть, наверное, да? Вот. И брелочки продаются, вот даже светится. Вон он светится, вот такой классный, да? Светится он. 850 йен, да? Мишки, ручки, чего только нету. Вот такие лего Токио Тауэр, да? Лего. Вот такие даже мишка под Токио Тауэр. У него брелочек висит. Мишка, да? Красивый. Не? Клуб 33. Угу. Вот такие тут можно сделать медальоны. У меня есть. Есть у меня. То есть выбираешь. Вот 200 йен стоит сам вот брелок пустой. Потом еще покупаешь или за 500, или за 600, или за 400 йен. Вот всякую. И тут тебе вот все штампуется, может свое имя написать. Вот нарисовано, как все это делается, да? Ну, классно. Что у нас еще здесь? Вот светящиеся. Что-то у меня есть, ничего, оно не светится. Вот лего, да? Лего вот такие. Дальше пошли всякие конфетки, печенюшки. Вот они. А это вот Кадзоку. Мультфильм такой знаменитый есть про Кадзоку. Он уже старый. Сколько же ему уже лет, этому мультфильму. Я, кстати, его смотрю. Тачка-сан. Шоу. Как же называется этот мультфильм-то? И Тачка-сан. Аниме ва унамай ва вакаримаска? Дзен-дзен вакаримаса. Хай-хай. Тут вот надо взять, там взять, а здесь надо заплатить. А вот такие есть шарики, да? Ну, такие-то деткам как хорошо, весело. И вот есть вот эмблема Токио. 300 йен шарик. Вот такой дзин. Такой праздничный мешок можно запаковать весь товар. Ну, а тут пошли печенье. Вон сколько много печенюшек. Я видео снимаю быстро. Очень быстро. И там еще всего, ой, много-много. Просто снять все нереально. И платочки есть. Вон всякие платочки. И сумочки есть. И футболочки есть. Только мне не надо. И там вот можно покушать. Вон кафе есть. Кстати, мы в нем кушали. Спагетти там есть, наполитан. Кофе можно попить, и биру, и все остальное. Красота. А вот такой Токио Тауэр есть. Вот всякие аукаши. Мы уже выходим. Шопинг сделали. Купили только брелочки. И все. Вот она, Токио Тауэр. В 1958 году ее построили. Так что вот она. Ну а здесь у нас что? Шопинг. Всякий шопинг. Вот он, видите, мусор выкидывать нельзя. Показывает, да? Все там. Шопинг для туристов. Полно.
Так, а тут у нас что? И кофе. Здесь можно не покупать билет. Просто прийти и отдыхать здесь можно. Когда, например, холодно, отдыхайте вот тут. Где муж потерялся? Вот всякие сувенирные лавочки еще здесь. А если уже вы хотите подняться выше, значит, надо купить билет. А еще выше, еще надо купить билет. Вот они такие, Tokyo Tower. Ну, цена примерно везде одинаковая, что и там. Так что, а вот такие есть магнитики, да? 1,150 йен. Так что, вот. Ну, все. Tokyo Tower закончилась. Это у нас второй этаж. 2016 год. Обезьянка. Год обезьянки. Ждем вас в следующем году. И вот здесь на Tokyo Tower написано 2015 год. Вот что я и хотела снять. Вот он, 2015. До свидания, 2015 год. И перекоп-то летит. До свидания. Неужели наступит 2016 год? Не верится, как бежит время. Не удержалась еще раз. 2015 год. До свидания. До свидания. Tokyo Tower. Сугукукири. Очень красиво.